Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardrasset.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A51. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом устройстве поменять звук уведомлений. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки и в настройках выбираем пункт «Звуки и вибрация». Дальше мы пролистаем немного вниз. Видим здесь тип вибрации для уведомления. А также, если мы пролистаем выше немного, мы видим пункт «Звук уведомлений». Мы сейчас настроим и то, и то. Давайте начнем со звука уведомлений. Во-первых, здесь есть разные варианты предустановленных по умолчанию уведомлений. Давайте прослушаем каждый из них. Ну, ладно, каждый слушать, конечно же, не будем. Это уже какой-то мазохизм. А также у нас есть здесь еще другие варианты. Можем выбрать, какой только захотим. Плюс мы можем поменять тип вибрации для уведомлений. Телефон может вибрировать по-разному. Давайте послушаем все варианты. То есть разные мелодии вибрации, мы можем выбрать любую из них. Теперь, когда нам будет приходить уведомление, наш телефон будет вибрировать вот таким вот образом. Или же присылать нам вот такое вот уведомление. И на этом все. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!